Ребята, всем привет! И в этом видео я расскажу вам о мега крутых наборчиках LOL Surprise, которые выйдут в ближайшее время. Первый из них – это LOL OMG Fashion Closet on the go с эксклюзивными аксессуарчиками для кукол. Если вы давно мечтали о гардеробе для своих кукол LOL OMG, то этот наборчик именно для вас. К сожалению, куколки не идут в комплекте с данным наборчиком. LOL OMG Fashion Closet выполнен в форме чемодана на колесиках, который можно взять с собой в путешествие со своими куколками OMG. Следующая шикарная новиночка – это парикмахерская LOL Surprise GK Playset с эксклюзивной куколкой серии LOL GK. Куколки LOL Surprise GK получат не только автомобиль с дистанционным управлением, но и великолепный игровой набор. Парикмахерская включает в себя 50 сюрпризов и эксклюзивную куколку LOL GK Prime. Плейсет можно сложить как сумку и также взять с собой в путешествие. В этом году компания MJ переиздаст множество популярных серий LOL Surprise. Одно из них в ближайшее время станет уже доступным. Это LOL Surprise Confetti Pop. Каждая коробочка содержит по 6 шаров LOL Surprise и украшает ее всеми любимые куколки LOL. Так что если в свое время вы не успели собрать любимых кукляшек, то теперь у вас есть все шансы. Также в ближайшее время мы сможем приобрести вот такой вот красный чемоданчик LOL OMG Swag Family Pack, в который войдет вся семья Swag. То есть это отличная новость для тех, кто не успел купить этих кукляшек, когда они вышли. Сам чемоданчик содержит 45 сюрпризов, модную куколку OMG, питомца, братишка и сестренку, а также Lil Swag. Но на этом сюрпризы от MJ не заканчиваются. Теперь можно приобрести огромную, просто гигантскую упаковочку, в которую войдут все 4 куколки LOL OMG первой серии. Royal Bee, Lady Diva, Swag и Neon Lichens. По-моему, это мечта всех коллекционеров кукляшек. Ребята, а какая из этих новиночек вам понравилась больше всего? Обязательно напишите в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить пальчики вверх. Всем пока-пока!